Совет ветеранов города Хасаюрта, значит, в трауре. Почему в трауре? Потому что из 5 живых участников, значит, один скончался. Остановилось сердце замечательного человека, прекрасного воина, участника Великой Отечественной войны, инвалида войны Хабирова Бадрудина Магомед Таминович. Хабиров Бадрудин Магомед Таминович родился 1 января 1921 году. В 1941 году, с начала войны, его призвали в армию и служил в городе Майкопе в сухопутных войсках. Пройдя краткосрочные курсы артиллериста, значит, он вступил в бой, значит, с врагом, фашистом. Значит, воевал, начиная от Майкопа, кончая до Ростова, значит, в составе Северо-Кавказского фронта. Значит, под Ростовом был тяжело ранен, ногу, руку, сердце, значит, и попал в плен, значит, фашистам. Значит, с 43-го года по 45-й год до победного конца находился в концлагере Германии. Вернулся, значит, домой после победы в августе, значит, 45-го года, и с тех пор работал, значит, в колхозе. Значит, сначала чабаном, потом за фермой, значит, до самого выхода на пенсии, значит, в колхозе селения Целитли Гумбетовского района. С выходом на пенсию переехал в Хасаюрт и проживал в городе Хасаюрте по улице Чехова, 16, до самой смерти. Значит, он воспитал прекрасных сыновей, 2 сыновей и 1 дочку, значит, тоже на патриотическом духе. Хабиров был награжден медалями за победу в Великой Отечественной войне, медалью Жукова и юбилейными медалями 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет. Значит, 7 числа остановилось сердце, значит, и ушел в мир иной. Похоронен на кладбище Новой Целитли Гумбетовского района.